Привет, народ Ютуба. Получилось посылочку. Ну, что я тут могу сказать? Ничего не могу сказать. Тут какой-то мне товарищ, получается, Укрпошта Экспресс доставляла. Хотя реально это совершенно другой вариант. Вот наклеивают. Трек-номера совершенно другие. Сори. Так, номера совершенно другие, и я теряю посылки. То есть я дошли до границы, и все, и там дальше до свидания. Поэтому как бы меня это раздражает все-таки. Так, что это у нас там? Тут пусто, а тут у нас что-то. Пупырышки раздавленные, видать, топтались по этим посылкам. Ножками давили, давили. Что же это у меня такое-то? Ага. Какая-то плата, схемы нету, есть дисплей, смотрю. Так, сейчас секундочку откроем, посмотрим. И тут уже разорвано. Это не я разорвал, это они мне подсунули такое, потому что я с краю срезал. Так, придется заглянуть на Алиэкспресс и посмотреть, что это я заказывал. Я уже не помню. Я, насколько помню, вроде заказывал радиопередатчик. Хотя это может быть и радиоприемник. Питание, наушник, контура, катушечки. Два телефонных разъема. Два штуки. Сейчас гляну. Так, это у нас получается радиопередатчик все-таки. Радиопередатчик на пол ватта, питание у него 12 вольт, значит, один разъем у нас получается линейный вход, второй у нас антенна, и третий у нас питание 12 вольт. В общем, 12 вольт пол ампера хавает. Тут уже одна микруха стоит на месте. В общем, в следующем видео, не в следующем, а в другом видео, мы будем собирать этот передатчик, спаяем до кучи и, естественно, протестируем, насколько он будет работать. А сейчас я пока это самое обращусь к китайцу, к продавцу, и потребую все-таки схему на этот конструктор. Я вижу, тут еще одна микросхема, и вот тут еще одна микросхема. Ладненько. Ага, есть, да, есть такие микросхемы в наличии. В общем, рабочая частота у него стандартная 76-108 МГц в этом диапазоне. Хотя не факт, можно погонять будет и туда, и назад. Но не вижу смысла. В общем, на этом я прощаюсь с вами. Значит, ссылка в описании под видео. Следующие видео, которые будут выходить, я тоже постараюсь под этим видео оставить, ну, чтобы уже, как говорится, не теряться. Вот, ну, на этом все. Спасибо за просмотр, ваши лайки, комментарии, пожелания, и до новых видео. Всем пока.